Друзья, всем привет! Снова очередная посылка, прям одна за одной идет. Это очень приятно все-таки, но вчерашний мой случай меня сильно не порадовал. То есть, кто смотрел прошлое видео, понимает, о чем я. С того магазина очень не порадовало мне. С магазина HD или TH. Гейт, по-моему, как-то так называется магазин. Да, DH. DH, сейчас скажу. DH Gate, да, вот такая вот штука. И не понравилось. Сегодня к нам пришла посылочка. Тоже ее ждал, где-то недели 2-3. Ну, скорее 3, чем 2. Вот, в пакете ничего нет. Есть вот такая штука. Это типа пайпи, это толстовка. Быстренько посмотрим, что это такое. На ощупь уже гораздо лучше, чем вчерашний вариант. Намного лучше, намного приятней. Сразу хочу сказать, вот реально хорошее качество. Это ощущается моментально. Вот, толстовка у нас идет здесь внизу, у нас такие молнии. Она должна быть примерно до колена. Но в моем случае я товарищ высокий, поэтому у меня, наверное, так не будет. Все-таки живот у меня есть. А эта толстовка, она такая, знаете, на китайцев, на худых там. Ну, хотя разные есть размеры. Я взял, не помню даже, какой размер я брал. Вот, по-моему, 3 икса. Так, давайте очень быстренько. Вот она здесь с капюшоном. И длинные рукава должны быть. Вам, наверное, нифига не видно. Цвет соответствует полностью. Я хотел именно черный цвет. Посмотрите, отделка у нас не такая шикарная, но она нигде ничего, я не вижу такого, что может... То есть есть какая-то подкладка. Есть какая-то... Я заказывал 2 икса, наверное. Ну, я еще посмотрю, если что, опять открою спор, как я люблю это делать, потому что не люблю, когда хитрожопые китаёзы меня обманывают. Вот, посмотрим здесь, с другой стороны у нас. Что мы видим? Прекрасная резинка. Ну, я хочу сказать, товар как в магазине, очень качественный. Здесь у нас довольно теплая основа. Это я себе для бега брал, неважно, в принципе, какой он будет. Но я хотел выглядеть таким суровым мачо. Ну, я не знаю, может быть, если, конечно, мне подойдет вот эта штука. Очень важно, что здесь есть вот резиночки, вернее, шнурок. Этим шнурком мы смело можем в холодную погоду подвязывать себе шею под подбородок. Ну, завязывать этот капюшон. Значит, здесь у нас тоже резиночки на рукавах. Все очень качественно прошито. Конечно, здесь есть вот какие-то вот такие вот моменты. Но, ребята, нету их, наверное, я не знаю, там за несколько тысяч долларов какие-нибудь пиджаки от кутюр. Там, конечно, нет, ручная работа. Здесь сделано все автоматически, машинным способом. Поэтому, конечно же, здесь какие-то штуки остаются. И это нормально. Ребята, я этим товаром доволен. Обязательно скину ссылочку на этот товар. Единственное, сейчас надо посмотреть размер. И надо посмотреть мой заказ. Соответствует ли этот размер моему заказу. А почему бы не сделать это именно сейчас? Давайте тогда и посмотрим. Сейчас, одну секунду. Я, значит, ожидаю в ожидании. Так, открываем папочку в ожидании и смотрим толстовку. Да, я заказывал вариант X2XA и черного цвета. Стоит он 25 долларов 26 центов на магазине. Ну, в общем, ссылочку я скину ниже. Друзья мои, как вы видите, товар очень-очень качественный. Тут даже такие штуки... Нет, ребята, классная вещь. Рекомендую. Вот в этом магазине на сайте DH Get. Извините за неправильный сленг, если что. Ребята, рекомендую. И, естественно, кто что, ставим пальчики вверх. Подписываемся на канал. И всем доброго дня. Пока.